بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما توفيقي إلا بالله وهو الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие братья мы сегодня у нас седьмой урок в предыдущих в двух уроках мы объяснили что из себя представляет риба где можно, в каких сделках, в каких случаях можем мы попасть в этот тяжкий грех, который является из самых тяжких грехов. Мы вместе с этим коснули вопрос, немного объяснили, давали о карде, что является кард, это отдать что-то в долг, заем, суда то же самое, что называется. Ну, сегодня мы расскажем о этом же, еще продолжение этого же раздела, этой же сделки, сделка карда. И время у нас, если хватит, иншаллах, мы добавим еще одну тему, тема кирада. Кирада – это та же такая самостоятельная определенная сделка, которая происходит между двумя клиентами. Во-первых, говоря о карде, кард, это мы и говорили, что взаем отдать, деньги в долг отдать, деньги или что-то другое, что можно отдать взаем по шариату, это по понятиям, по требованиям ислама нашего шариата, это только другого понятия нету, это для того, чтобы делать кому-то добро. Это только, чтобы в этом было добро и ничего другого. Никакой пользы от клиента, кому он в долг деньги или что-то отдает, от него он не должен ждать и надеяться на какую-то пользу. Если даже это не какие-то проценты, а другое что-то, если он за что-то отдает, взаем в долг что-нибудь, это уже шариат не одобряет. Категорически ислам относится к этому отрицательно. Что же такое ард? Ард – это отдавать что-то, именно что, что можно было бы, некоторые из масабов говорят, что для этого обязательно должно быть такое, такие как деньги или что-то, что-нибудь, для которого есть именно такое похожее найти можно. Деньги отдать, деньги обратно забирать. Там, скажем, тонна зерна обратно такого же качества, для которого есть похожие обратно отдать. Ну вот из этого только можно заключить договор этого заема. Определение для этого, для этой сделки такое. Вот отдать что-то кому-то взаем и вернуть на месте этого другое, похожее на это. А это идет на расход. Человек подходит, просит в долг деньги или что-нибудь, к чему он нуждается. Это кто хочет себе для завтрашнего дня что-то в чаше хороших деяний, чтобы было, он отдает чисто ради Аллаха, как в помощь отдает. Это то, что отдается второму, как бы становится того второго лица собственностью. Поэтому если отдается в долг деньги, тогда если эти деньги останутся у него на руках
он не впустит их в оборот, останутся у него в сейфе или где-нибудь целый год, тогда на эти деньги могут идти и на этого человека тоже закат, как идет закат и на хозяина этих денег. Уже он не хозяин этих денег, а он хозяин таких же купюр, только других, которые обратно он должен вернуть ему. Большинство масабах и большинство алими пришли к такому мнению, что можно отдать в долг, взаем можно отдать любое, что можно заключить в этом договор салама. Мы проходили, что такое салам дарам, то есть описанием, перечисляя качества все необходимые, продавать, если что-то можно, это можно отдать и в долг тоже, чтобы вернуть точно такое обратно. В долг можно отдать, например, машину в долг отдать, чтобы вернуть точно такую же машину. Это тоже кар. Именно точно такую машину. А если отдавая машину в долг, если скажет, например, это годовая машина, чтобы он через год или через несколько времени новую машину, чтобы ему вернуть, это уже не кар. Если это уже не точно такое же возвращает, а кард должно возвращаться именно без, не больше, не меньше, но меньше, если хозяин, если только на это согласится. А так, не больше, именно такое, чтобы обратно возвращалось к нему. Но для этого есть арканы, столпы. Человек, который отдает что-то в долг, он должен быть совершеннолетним, он должен быть разумным, таким, которому можно делать какое-то добро. Ну как можно понять, кому можно делать какие-то добрые дела, кому-то отдать что-то бесплатно, иди в садака. Совершеннолетний, разумный и свободный человек. Например, если скажем, при смерти человека, когда он не может так, как садака или как бесплатно кому-то что-то дарить, если это превышает третьей части его состояния. Вот, например, такие дела, он должен быть таким, что мог совершить такие добрые дела. Третий шарт. Главное, чтобы он был совершеннолетний, разумный человек. А тот, кто получает этот карт принимает, он тоже должен быть таким же совершеннолетним и разумным человеком, которого может свободно торговаться и заключать договора, как купли-продажи и другие разные договора. Если несовершеннолетнему подростку, если что-то как в качестве взаем, в качестве суда, если что-то дать, он не несет ответственность. Это и не карт, это не действительный. То есть карт. Или кто-то несовершеннолетний подросток кому-то что-то отдает, карт свою, это тоже уже недействительный карт. Обе они должны быть совершеннолетними, разумными людьми. А то, что остается, то, что отдается в карт, мы рассказали, это должен быть таким предметом, для которого есть похожее, чтобы вернуть обратно. Нельзя отдавать, как в качестве карда нельзя отдавать, скажем, там, долг, например. Если на кого-то есть долг, этот долг ему же в карда отдавать, или же другому кому-то отдать кард, это тоже недействительный кард. Должен быть таким, что предметом каким-то, которого можно взять и передать в руки. Есть такие условия, требования, определенные для карта, это должен быть еще из этих требований. Должен таким быть, что оба клиента, они чтобы этого знали. Знали размер, знали объем, знали, видели, знали, сколько отдается, сколько должно вернуть обратно. Например, при сделке карта, когда отдает что-то кард кому-то в качестве карда. Здесь тоже обязательно нужно словесно сказать, что отдаю кард,
тот принимает словесно. Ну, есть еще такой кардон хукми называется, есть, что можно, вот если обоюдные такое, ну, обе они, если будут знать, что они делают, какую сделку они заключают, примером так, если кто-то подходит ко второму и просит у него в долг деньги или в долг, скажем, там, машину или что-то другое, для которого есть точно такое похожее, можно вернуть обратно, тогда попросит, и этот молча отдает ему, ну, обе они знают, присутствующие тоже знают, что идет речь о кредите, о суде, между ними происходит сделка арда. Такое тоже проходит, большинство алими к этому тоже мнению пришли, в конце концов, если даже молча отдает в ард. Отдавая что-то в долг, там если назовут какой-то срок, мы еще и в прошлом уроке рассказали, что не имеет силы этот шарт, такое условие если поставит, назовут какой-то срок. То есть как можно понять? Мы обычно то, что делаем в своих сделках, когда кто-то кому-то в долг что-то отдает, они обязательно называют срок, но называя этот срок, если не имеет силу, шариатскую силу, это понимать нужно так. То есть, ну, некоторые алими есть, которые говорят, что имеет это тоже силу. Что он имеет в виду? Если имеет силу, тогда, отдавая что-то в долг, хозяин этих, скажем, денег, он не должен к нему прийти, он не может просто прийти к нему и обратно затребовать у него свои эти деньги, пока не истекает этот срок. Большинство алими пришли к тому, что не имеет вот такой шарт, такой условие, силу, поэтому кто-то кому-то, если отдает в долг что-то, он на второй день может пойти к нему и попросить у него забирать, если даже они назовут срок. Но это не говорит о том, что нельзя называть срок какой-то. Назвать можно для, скажем так, ориентировки. Ну, человек, который отдает в долг деньги, чтобы тот знал, ну, насколько он же добро делает кому-то. Ну, вот через год мне нужны будут деньги. Вот просто для ориентировки тот, чтобы к этому времени подготовился вернуть, чтобы он знал, какие у него есть возможности. А так, сила и этот название срока, названный срок, сила особо не имеет в шариате. Отдавая в долг что-то, здесь нельзя ставить какие-то условия, чтобы, когда обратно возвращает, чтобы он вернул с процентами. Никаких процентов, никаких каких-то, даже, скажем, побочных, навстречу этого, чтобы тот получатель карта, чтобы мукризу не делал. Такое требование, если поставить, это уже категорически этот карс недействительный, и получается тот тяжкий грех, как раз что называется рыба. Нельзя этого делать. И даже говорят так, вот то, что только что, то, что мы рассказали, не имеет силу названный срок. А если в этом будет какая-то польза для того, кто отдает в долг деньги, скажем, вот даже вот такая польза, если он будет от этого получать. То есть это время будет такое опасное время, что в доме деньги держат, не очень подходящее время, поэтому он хочет, чтобы у него там оставались на год. Если потеряет, пускай тот потеряет, только не я. Вот такое какое-то этот намерение такое, если будет у того, кто отдает, это тоже какая-то польза он получает, это тоже приписывается к этому же риба. Вот примеры можно разные привести. Какую-то пользу, как от пророка, алейхиссалату вассалам, передается, «Куллю кардин джарра нафхан фаху рибан». Любой заем, любой долг, который отдается, если от этого получает тот, кто отдает в долг, какую-то пользу, это уже риба. Это слова пророка, алейхиссалату вассалам.
В прошлом уроке и вопрос задавался такой, можно ли получить подарки от того, кому кто-то, если дает долг, заем, деньги или что-нибудь, от него подарки получать может он, подарки давать, получать можно по шариату. Ну, здесь есть хиляб, здесь есть разногласия между мазхабами. В ханбалинском мазхабе, имама Ахмада в мазхабе, там немного строго относятся к этому, и говорят, что если это способствует тому, чтобы, подходя срок, если отдавая должник, если отдает какие-то подарки этим и делает какой-то намек, чтобы он еще ему срок отложил, еще немного, чтобы его оставил. Если такое, тогда нельзя говорить. Это в ханбалинском мазхабе. А у нас в мазхабе, в нашем мазхабе, в шафиитском мазхабе, можно принимать подарки, можно и отдавать тоже. Если это, если не будет такое требование со стороны кредитора, если не будет. Если он не поставит такое условие, чтобы он ему что-то подарил или что-то такое. От себя, от чистой души, когда дает подарки, можно получать. Ничего от этого риба не получается в нашем мазхабе. И в других большинство мазхабах так. Еще вот этот, что называется карз. Конечно, это по шариату можно, это одобряет шариат. Но только из-за того, что общество нуждается этому, люди этому нуждаются очень. Это одобряется. Но шариат говорит насчет того, чтобы иметь какие-то долги, лезть в какие-то долги, очень отрицательно относится к этому шариат и ислам. Влезть в долги без особой нужды, без особой необходимости. Шариат, ислам наш, нас призывает к тому, чтобы довольствовать тем, что у нас есть. Довольствовать тем, что у нас Аллах нам дал. Если ему хватает кушать, если хватает его семьи, одевать, обувать их, кушать, жить где, тогда за какими-то мирскими этими удовольствиями или там соблазнами идти, лезть в долги, разбогатеть. Этому очень отрицательно относится ислам. И говорит, тот, кто берет карз, тот, кто идет кому-то, кто имеет возможность ему дать в кредит что-то, он должен бояться Аллаха. Если у него такое намерение, не отдавать, не вернуть обратно. Или же там где-то спишет, может быть, этот хозяин мне эти долги. Вот такими намерениями идти, это очень даже отрицательно этому тоже относится шариат наш. Да, может идти человек, пойти у кого-то просить долг что-то, если у него есть уверенность к сроку, когда у него появится возможность, так сразу, чтобы вернуть хозяину свое. Насчет долгов. Есть такие хадисы пророка, алейхиссалату вассалам. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «Югфару ли шахиди куллю дамбин илля дайна». Даже пророк сказал, шахид, мы знаем, кто такой. Из-за ислама, из-за веры, кто отдает жизнь свою, шахидом умирает. Вот этому человеку все прощается, говорит, кроме одного долга. Долги ему не прощают. Есть еще другой хадис пророка, алейхиссалату вассалам, такой, والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى таким образом пророк алейхиссалам повторяет, он клянется Аллахом Всевышним и говорит, тот человек которого убивает на пути Аллаха и его обратно оживляет, еще раз убивает, обратно еще раз оживляет, еще раз убивает одного того же человека. Ему считает, будучи на него долги, этот человек не войдет в рай, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. Вот такой этот долг, лез в долги, не очень такое, но хотя в наше время, наши и молодежь, и возраст, люди
очень легко относятся к этому, если даже там последствия очень плачевные, даже ворон не может вернуть, и там попадает под инфляцию, и в конце концов, как они расходятся, два брата, как бы, поверьте, они, как у них, какой у них конец бывает, мы с вами свидетели этому всему. Еще такой вопрос задавался, и как раз по теме у нас задавался в прошлом, позапрошлом уроке тоже мы отложили ответ на этот вопрос, как раз в теме хотели ответить и более уточненно. Спрашивали так, можно ли долг поменять на другое? Например, если кто-то кому-то должен рубли, может он отдать доллары? Если доллары должен, может ли он вернуть рублями? Вот такой вопрос. Ну, когда человек задолжает кому-то, когда он уже становится должен кому-то рубли, он возвращает обратно рубли. А если поменять это долларами, если вернуть, для этого есть определенные условия. Какие? Заранее, когда, пусть это будет кредит, то есть карт, пусть это будет купли-продажи, который в долг продал что-то. Разницы нету, какой бы долг ни был, который у них, который они, два человека, заключили договор рублями, вернут на месте рублей доллары. Можно только тогда, когда они уже, когда он возвращает эти деньги, вот на этом же месте, не раньше, а тогда, когда он собирается возвращать с этими деньгами, когда идет, вот на этом месте, чтобы они договорились, я хочу тебе вернуть на месте этих долларов эти деньги, он соглашается, он возвращает, и здесь должен на месте, не отходя, в руки передать полностью на все это. И обязательно должно это произойти с сегодняшним курсом. Если, например, там то, что делают наши люди в обменах, если делают, но доллары отдают, когда и говорят, договариваются, доллар, если упадет, рублями, чтобы сегодняшний курс вернули. А доллар поднимется, доллар, чтобы вернули. Чтобы мы сами не потеряли ни копейки, даже мы когда отдаем что-то в долг. Или когда что-то мы продаем, на рубли продаем, рублями продаем, и здесь договариваемся. Договор у нас состоялся купли-продажи рублями, например. После этого как-то они договариваются, записывают, чтобы как вернут, не рубли мне верните, рубли ненадежные на сегодняшний день, скажет, например, долларами мне, чтобы вернул этот долг. Это тоже категорически нельзя. Только можно на месте рублей поменять доллары, отдавая долг, или же на месте доллара рубли. Только вот если там будут присутствовать вот эти вот условия, которые мы только что рассказали, чтобы полностью в руки передал, и чтобы это было в тот день, когда ему уже, когда он собирается вернуть, и чтобы вернул сегодняшним курсом. Ну, курс доллара сегодня, например, возвращая обратно сегодняшним курсом, это немного вокруг этого слова появляются какие-то вопросы, возникают вопросы, какие, ну, какой же этот будет курс, если, например, в обменных пунктах разные курсы, там рублями, там копейки, если есть разница в разных обменных пунктах. А сегодняшним курсом Центробанка нужно вернуть, или же, ну, если у обменщика он брал деньги, возвращаете ему же, можно будет сказать его курс, чтобы он здесь соблюдал. За сколько он сегодня доллар продает, вот за столько, вот столько стоимость этой, чтобы рубли были. Ни на копейки, ни больше, ни на меньше. А простой человек, рядовой, не обменщик, тоже он, в бытовых условиях тоже у нас происходит такое, когда на месте рубли доллары возвращают.
или на 10 долларов рубли, когда возвращают. Вот здесь вот, ну, наверное, лучше будет и более правильно будет в этом городе средний такой курс, если взять. Большинство за сколько сегодня отпускает доллар, например. Исходя вот из этого курса вернут. Вот что хотелось рассказать насчет, связанное с этим ардом. Следующая тема. Вот, Мудараба, и некоторые называют Киралом эта сделка. Объяснить можно так. Мудараба, такая сделка, это тоже вот для мусульман разрешенный выход такой. Разрешенная сделка, такая же сделка, которой вот занимаются люди риба, совершают риба, и этим через риба получают такие грязные, можно сказать, деньги, и на это наживаются. Чем этим заниматься? Есть у нас очень много таких дозволенных тоже сделок, очень много, как мудараба. Вот этот мудараба, если человек хочет, имея большое состояние, наращивать себе это состояние в деньгах, он может, например, скажем, там купить какое-нибудь здание себе и арендовать. Может же, оттуда и получить ежемесячно. Это можно, выход. А мудараба какой этот, какая сделка? Мудараба то же самое, когда человек кому-то, человек, которого знает торговлю, вот отдает деньги, чтобы он занимался торговлей, полученный прибыль, чтобы разделить между хозяином денег и между этим человеком, который торгует. Вот эта сделка. Отдает только деньги, а это чем-то другим нельзя уже делать. Там что-то, зерно или ткань, или там, ну, золотые и серебряные вот эти монеты только проходили. Только на этих можно было тогда, на сегодняшний день, как ученые, исламские ученые, как все единогласно говорят, все то, что можно было делать этими монетами, серебряными и золотыми, это все можно делать и купюрами, поскольку они говорят, и они отвечают так, что эта сделка тоже можно рублями и долларами и другими же купюрами делать, разной валютой. Но здесь тоже нужно сказать то же самое. Обязательно нужно здесь говорить. Сыра. Словами нужно сказать. Заключать договор, чтобы они оба поняли, что они, какой договор они заключают, и присутствующие, чтобы тоже понимали, какую сделку эти два человека заключают. Между двумя человеками можно заключать такой договор. Можно и со стороны, с другой стороны, с обеих сторон можно больше, одно, два, три человека там, и коллективную тоже можно делать, мудараба. Вот с фирмой договориться, фирму отдавать, несколько хозяев денег отдают, вкладывают в фирму, а фирма работает, занимается торговлей, они определяют в определенный срок, определяют, сколько там прибыль, и это делит между этими хозяевами денег и между собой тоже. Для этого необходимо словом сказать, что они заключают такой договор, и еще этот человек, которого заключает этот договор, хозяин денег, и также тот, который принимает эти деньги, пустит в оборот, они оба должны быть такими же, как мы прежде сказали, совершеннолетними, разумными людьми, чтобы эта сделка получилась действительной сделкой. Эта сделка мудараба считается как бы с обеих сторон свободной сделкой. Свободная сделка, как понять?
в любое время любой из двух клиентов могут расторгать. То же самое срок называют здесь тоже по нашему мазхабу и мазхабу маликитов не разрешают. В мазхабе в ханафитском мазхабе еще они позволяют называть срок к этому сроку, чтобы еще, если нужно будет, еще заново заключить договор, дальше еще срок добавить. А так в нашем мазхабе, маликитском мазхабе, срок для этого тоже нету, не называют. Обязательно должно это быть, вот, например, отдавая деньги, чтобы он эти деньги крутил или в торговле, или там в строительстве, скажем, или что-то другое, это уже тоже нельзя. Именно чтобы в торговле, чтобы это было, в торговле только, чтобы тот работал. Если даже тот, кто работает и получает прибыль, делает на это прибыль, если даже он покупает, будет покупать, скажем, там зерно, он молотит это зерно, из нее делает хлеб, печет хлеб и продает. Этого даже нельзя. Это тоже уже не торговля. Торговля – это купить, перепродать, купить, продать. Вот в этом только можно делать мударабу. Если договориться какие-то, вот такие, как в примере, мы сейчас привели пример, это уже недействительная мударабу будет. Но еще хозяин денег, он не должен ставить какие-то условия второму своему клиенту, чтобы он не торговал с какими-то, ну, можно сказать, там, спиртные напитки, недозволенные по шариату, можно еще сказать. А другое, чтобы именно продуктами занимался, или же именно золотыми изделиями, чтобы он занимался, торговал, или какие-то вот такие условия, какие-то требования, чтобы ему он бы сузил этот выходы, этого нельзя делать. Если так, тоже недействительно уже будет мудараба. Он должен ему дать полную свободу и полностью в руки должен отдать деньги, полностью сумму в руки отдать, насколько сумма они договариваются. И еще из условий этого мударабата, чтобы прибыль между ними делилась в процентном соотношении. А если скажут, например, отдает миллион, передает другому, пустит в оборот, и говорит, мне в каждый месяц, чтобы было по 50 тысяч, а то, что остается, пускай будет тебе. Или же тебе будет в каждый месяц по 50 тысяч, а остальную прибыль полностью мне. Вот такое нельзя. Или обеим определенные такие цифры. Если назовут, это тоже уже недействительно. Это должно быть, прибыль должна делиться только в процентном соотношении. Одна третья часть, одна четвертая часть пополам. Вот таким образом. Только так нужно договориться. Так же, как мы говорили, в карте нельзя отдавать долг. Вот, например, на кого-то, если есть долг, этот долг, этими долгами договориться. Вот то, что тот долг, мой долг, который находится у тебя, вот на этот долг мы договариваемся заключить договор мударабата. Ты начинаешь работать, вот это уже нельзя. У кого-то другого, если долг, возьми у него этот долг и начинай работать. Мы заключаем договор мударабата. Нельзя тоже в руки отдавать наличие денег, чтобы так было. А если где-то у кого-то хранятся деньги, скажем, там в банке, или же в фирме где-то хранятся деньги, ну, это там можно делать. Вот те деньги, которые хранятся у меня где-то в кассе, вот с этими деньгами договоримся, там миллион, ни больше, ни меньше, возьмешь эти деньги и начинай торговать. Ну, такое можно. Чтобы переходило наличие денег, это тоже необходимо для того, чтобы заключить договор этого мударабата.
Если, например, хозяин денег договаривается, вставляет такое условие, чтобы он вместе с ними тоже торговал, вместе чтобы торговать, этого тоже нельзя. Полностью нужно отдать в руки сам, чтобы занимался торговлей. Хозяин денег, он полностью передает деньги к нему, он сам располагает полностью и занимается торговлей без каких-то условий, без каких-то требований. И в конце делят прибыль. Если ставить вот как, ну вот, когда передает для мударобата деньги кто-то второму, чтобы заниматься торговлей и разделить прибыль, хозяин денег никак не может ставить такое условие, если вдруг потеряют эти деньги, когда передает, пример, например, миллион, когда передает, если потеряет, если что-то случится, чтобы он возместил ему этот миллион. Он не возмещает. Если по его вине, если испортится или потеряется, тогда да, тогда он должен возмещать. Если без его вины, без его халатности, если что-то случится там, мы же очень часто вот на сегодняшний день сталкиваемся с такими делами, когда вот человек занимается именно, скажем, этой сделкой, и он как-то купил где-то товар и на КамАЗе загрузился, едет, и как-то случилось происшествие дорожное, все испортилось. Не его же вина. Если, конечно, он не такого водителя, не такого опытного, ну, такие будут там какие-то степени виновности. А так вины, если не будет, тогда потеряет кто? Этот, тот, кто работает, он потеряет свою прибыль только, не больше прибыли. А хозяин денег свой капитал теряет здесь. А вот эта прибыль, когда уже знают, в каждый месяц могут знать, те, которые занимаются этой торговлей, они примерно могут знать, какая прибыль там есть уже у них. А хозяин денег, он когда становится хозяином той части, которую договорились ему, и когда становится тот рабочий, который торговлей занимается, когда тот становится таким полноценным хозяином доли своей, только после того, когда они посчитают прибыль и разделяют, передают в руки, только тогда. Вот тогда только он становится полноценным хозяином. Вот это можно понимать так, что вот именно вот с этого момента только начинается считать дни года для заката. Потому что только тогда он становится. Раньше он их продавать не может. Мы же рассказали в начале на уроках купли-продажи, сделки купли-продажи. Пока он не становится полноценным хозяином этого, он не может продать, не может что-то с этим делать. Потому что пока это не его. Если, вот, да, если убыток тоже они обе. И хозяин денег, и тот, кто торгует, обе они несут убыток тоже, как прибыль между ними делится, так же делится и убыток тоже. Но убыток, как мы сказали недавно, тот, кто торгует, он теряет только полностью свою прибыль, а дальше, чтобы он что-то еще из кармана своего, нет, а этот хозяин денег, дальше, что теряет, он теряет хозяин денег. Ну, эта сделка, музарабата, сделка расторгается, как? Мы же сказали, это свободная сделка. В любое время любой может расторгать. Расторгаем одним, обоюдное расторгание, или одним из двух расторгает, или же один из двух умирает, или один из двух потеряет сознание, или один из двух потеряет, скажем, рассудок, он становится дурным. Вот
этими делами они, автоматически у них вот, вот эта сделка тоже расторгается. Если обратно придет сознание, ну, пример такой приведем, имея вот, вот такая сделка, хозяин денег или же там тот его клиент попадает на операционный стол, дает ему наркоз, он же теряет под наркозом, например, теряет сознание. После этого они должны возобновить вот эту свою сделку, тоже чтобы могли продолжать, и действительно сделка у них чтобы была. На этом мы ограничим. Если какие-то у кого-то вопросы возникли по теме, можно задавать тоже. Вот это убийство, которое оба несут хозяин деньги и товаров, кто занимается, поскольку это кошмарно его? Как можно только большинство алимы пришли к тому, что тот рабочий, тот, кто занимается торговлей, сколько он имеет прибыль, полностью прибыль он теряет. А дальше убыток идет на шею хозяина. А если они расторгают этот договор, получается, тот, кто деньги дал, он чисто свои деньги забирает, или они обратно в процентном соотношении должны делиться? Естественно, сколько прибыль, вот эта прибыль делится, сколько бы там времени ушло, какая бы там прибыль ни была, в любое время, когда они расторгают, когда расходятся, они расходятся своими долями. Если часть забирает, там, если кто-то миллион отдал, наоборот, потом где-то через месяц или через два, скажем, ему нужны стали там полмиллиона, он полмиллиона, если забирает, не расторгается эта сделка. Опускается вот этот капитал его на 500, и как в обороте будет, его 500 будет, теперь на 500 будет у них сделка. А если полностью забирает, здесь тоже расторгается полностью. Здесь прекращается эта сделка, полностью если забирает. А если отдал ему деньги, и ты сам не знаешь, на что он эти деньги крутит, он или их он на что-то другое вложил, и он тебе в конце отдает, ну вот такая сумма получилась, и вот там... Ты миллион отдал, потом он 1 100 000 отдает и говорит, вот столько вышло, если вот так. Но прибыль же делится. После того, как расторгается вот эта сделка, то только тогда возвращается капитал хозяина. Миллион. А прибыль делится, исходя из того, сколько скажет тот. А хозяин, он не должен знать, какая прибыль у них. Только из слов того его напарника только может он знать, сколько прибыли. Поэтому мы говорим, как бы этот напарник его, он должен быть доверенным, полное доверие, чтобы было. А кому угодно нельзя давать, потому что там свободно он может обмануть хозяина денег. Только мудараба на основании доверия. А если тут получится между ними спор такой, а этот хозяин денег будет следить, какие у него примерно прибыли идут, и начинает, что прибыль за этот месяц был не 100 тысяч, а хозяин скажет, а было 200 тысяч, почему ты 100 скрываешь, а говоришь 100. А здесь как расходятся? Решает между ними хозяин, если так говорит, что было 200, не верит этому, ему обязательно нужны свидетели. Не будут свидетели. Тогда передается клятва этому напарнику. Он клянется, на это и расходится. Если он не клянется, тогда переходит клятва к хозяину денег. Но клятвы свои, если он, хозяин денег, если не успокаивается, он заставляет ее клятться, он клянется, на это и решает. Потому что здесь полное доверие, хозяин денег никак не может знать. Он не уследит никак этого своего напарника, потому что он свободно должен торговать. Только доверие только здесь. Кому попало, вот эту сделку заключать нельзя. Например, вот это я купил это бички и корма, все купил, кому-то отдавал это, чтобы когда, ну, хай попалом потом сделать. Это можно?
Бычки. Бычки я покупаю это. Купил? За свои деньги и кормят все. Ага. И отдаю кому-то это. Это можно делать кому-то, чтобы их кормил, чтобы наблюдал. Но это уже другая сделка, совсем другая сделка. Там есть иджара такая. Мы, иншалла, во следующих уроках, иншалла, объясним, что такое иджара. Для этого есть определенная сделка такая, арендный договор. Нанимать человека на работу. Тот, ты просто его нанимаешь на работу, он кормит этих бычков, он наблюдает за ними и договариваетесь, как расходить. Ему за это, за работу идет оплата. Золото в долг можно взять? Золото в долг нельзя брать, если только за... Нельзя брать золото в долг, если за рубли его покупать. А если за что-то другое, бартер, за продукты или же за, скажем, там, стройматериал, в бартер, если тогда можно в долг. Сейчас ювелиры сдают золото, и тут берут люди, и этим торгуются. Вот такой бизнес. Ювелиры дают? Да, сдают. Чтобы продавать? Оптовики тоже сдают. Вот так, оптовики, когда сдают серебряные или же золотые изделия, обязательно нужно делать так. Купли-продажи, там, если они договор купли-продажи, если заключат, на месте из руки в руки, если деньги не отдавать, это уже рыба. Это тяжкий грех. Уже это приписывается к рыба. Деньги там, серебряные или же там золотые изделия, если кому-то под реализацию передать, там главное, чтобы купли-продажи договор, чтобы не заключали. Не заключали. Не заключали, чтобы тот, можно же так просто передать, чтобы тот продал ему их. А тот... Себе наваром, да? Себе навар, если нужно делать тому второму, да, он делает так. Здесь, чтобы себе найти выход. Вот этот вакалат, мы понимаем, что такое вакалат. Мы это тоже раздел, иншалла, объясним, как, что в этот раздел входит. То есть поручаем кому-то, доверяем продавать свое даже. Он может продать. Мы же кого-то отправляем свой быка продавать. Или же кому-то поручаем продавать свое. Вот как вы, этот, он будет тебе вакилом. Он все, за что продает эти золотые изделия, все полностью должен принести к вам обратно. Все ваше. Оттуда что-то себе оставить он никак не может, потому что эти золотые изделия не его. Ему только поручили их продавать. Он полностью отдает. Но здесь можно договориться, а что ему? Вот за это поручить, вот этот вакалат, бывает еще платный тоже. Вот. Продаешь вот столько изделий, тебе будет вот столько. Так можно. Иначе вот, заключать договор купли-продажи в долг золотые или там серебряные изделия, это уже рыба. Если это за рубли, а за что-то другое, если за продукты питания и за стройматы, так можно. И в долг тоже можно. А если заключить договор купли-продажи за рубли, за доллары, тогда уже в долг никак не идет. А взят тоже рыба получается? Отдат, тот, кто получает, что делает? Ну, обе они рыба делает. Тот, кто покупает, в руки не отдает, и тот, кто продает тоже. Обе они занимаются рыба. Они обе делают рыба. Сейчас с этими ювелирами-то это как можно договориться? Вот, ну, для выхода от оптовики, если продают вам, полностью вам заключают договор купли-продажи и продают, вы на это имеете что-то для себя, ты через перепродажу даже. Ну, этому что еще другое придумать? Вот, там ничего такого нету в руки, если деньги не отдать. Только можно делать так, договориться, договор купли-продажи не заключат, как вакил работает, и иметь на это, что хочешь иметь. Непроданное вернут. Полностью это его. То, что он обещает, за сколько ты соглашаешься ему продать его вот этот объем изделий, вот это и получишь у него. Ну, там разницы нету. Через купли-продажи ты будешь иметь столько, и через вакалат ты будешь иметь.
А через вакалат это уже дозволено. А через купли-продажи в долг золото, серебро это нельзя в рублями продавать. Это уже риба. Он меседанчи хисизе хисулабубу. Он садит санха, уст ашлбахачи забиха басрияшлуха. Сенги обутанды, сенги досулат сир, успахагича лодин хисибу. Ну, тоже нельзя. Например, вот, мы когда идем в золотой рынок, спрашивается, там лом сдает даже, и он хочет оттуда золотые изделия купить. Лом сдает, а золотые изделия себе украшения хочет купить, там цепочку или там серьги, кольца. В такое время уже золото за золото продается даже. Мы же рассказали, когда из одной категории в продуктах, в серебре, золоте, из одной когда категории, там два требования. Какие? Чтобы грамм на грамм по весу были поровну, и чтобы из руки в руки передавалось тоже. Ну, кто согласится изделие поровну, грамм на грамм, тебе твоему, за твой лом отдать? Никто же не согласится. Тогда что нужно делать? Вам лом нужно продать за деньги, они свои украшения пускай за деньги продают, за деньги в руки отдайте и покупайте это изделие. Выхода нету другого. Допустим, если я с товарищем открою какое-то дело, торговля, через год приходит, нам нужно закат отдавать. Каждый со своего или как там нужно вычислить? Если общая такая коллективная фирма, скажем, если фирма торгует вместе, все у них вместе. Ничего не отделяет, как один человек отдает закат, так и отдает. Но как один человек, как понятно, со всего 2,5% отдается, а потом разделяет между ними процентные соотношения, какие доли у них. Если 10 человек, у 10, если одинаковые доли, одинаковая сумма идет. А если у одного, там, скажем, 10 миллион, если у одного миллион, у другого 2 миллиона, третьего 0,5 миллиона. Вот такое, если будет, там уже быстро нужно арифметику, через арифметику выйти на такой результат, именно проценты, выйти на 100%, исходя из сколько, у кого сколько процентов в этой доле. Вот, и в закат тоже столько и уходит. Если 1000 отдать, из 1000 у кого-то может идти 10%, у второго может идти 5%, у третьего 4% из его доли. Вот так вот уходит закат. Если кто-то взял машину и не по своей вине ее разбил, в такой ситуации как поступать? Если кто-то взял как в долг, как в заем, как суда? Просто на время, да. На время просто ездит. На время ездит. Ну, вот здесь машина кто-то кому-то передал бесплатно. Ездит даже бесплатно. Вот помните, здесь вопрос задался один, вот лопату примером привел. Мы с ними говорим, там, пусть это будет лопата, пусть будет трактор, пусть будет машина, когда бесплатно кому-то отдает на пользование, да, временно пользоваться. Вот здесь вот, что бы ни случилось, если даже без вашей вины, если даже, нужно обязательно возмещать. Ну, возмещат как, но чтобы он остался довольным. Если он соглашается с тем, что машину отремонтировать и отдать, ну, чтобы он остался довольным. Возмещать так только можно возмещать. А если за плату, если отдается, в аренду, если, тогда без его халатности, если что-то случится, он не должен возмещать. И по его халатности, если что-то случится, тогда он должен возмещать. Пример бывает такой. Если, например, кто-то кому-то на пользование, там поле пахат, быка отдал на неделю, а он просто пока от лени или по любой причине, он не использовал этого быка, оставил в сарае. Но вместо того, что он должен был использовать, поле пахат ему на неделю отдал. Если бы он в сарае этого быка не оставил бы, под крышу не попался в этот бык. Крыша сваливается, и бык умирает, он должен возмещать быка. Если бы он пахал в поле, когда он использовал этого быка, здесь, если умер бы этот бык, он не должен был бы его возмещать.
Вот такие даже халатности там просматриваются. А если деньги дал, вот, например, да, вот нам вот Дарабовы говорили, если вот всю прибыль, если он согласен и всю прибыль вам дает без процентов, себе ничего не оставляет, так можно, да, оно считается, да? Полностью прибыль, чтобы для хозяина, чтобы было. Да. Но это мулараба недействительная. Но если случится такое, если будет, тогда расходится как? Ну, любая мудараба, они действительно расходятся, без ничего того рабочего не оставляют, ему отдают, ему выделяют, комиссия выделяет ему, но среднюю заработную плату за эту работу. Они какие-то проценты, то, что он говорит, проценты какие-то из прибыли не дается ему, если вот эта сделка недействительная. Отсутствием любого из требования, которые мы перечислили, если мудараба будет недействительна, когда они расходятся с прибылью, когда прибыль полностью идет для хозяина денег, а рабочему отдаются заработок как за эту работу средняя зарплата. Если двое купли-продажу сделку сделали и буквально на минут 5-10 разошлись, и тот покупатель принес обратно покупку, ему или не понравилось, или он недостаток нашел, вот должен он возвращать. Ну, мы об этом тоже рассказывали, о оставлении за собой выбора даже, как в купле-продаже, когда сделка купли-продажи заканчивается, как они расходятся, если выбор один из двух или оба они за собой выбор, если не оставляют, максимум на 3 сутки, а не больше 3 суток, меньше 3 суток можно. Если за собой выбор никто не оставляет, оба они расходятся, спины друг к другу поворачивают, и шаги, 2-3 шага, вот здесь вот уже закрепляется этот договор купли-продажи и переходит собственность во вторые руки. А вернут обратно, только если согласится этот хозяин, продавец согласится, только если он обратно забирает. Иначе он не может. А в случае, там, если вы еще сказали, недостаток есть. Но недостаток, если будет, уже это следующий, уже то, что был у нас выбор. Выбор вернут купленное, если там он обнаружит недостаток, если он, конечно, там соблюдает все требования. Из этих требований, то, что мы рассказали, если он не откладывая, если он поднимает этот вопрос, если вдруг он откладывает на несколько времени, если даже, скажем, там на несколько минут, если имея возможность пойти поднять вопрос, если его нету, где-то он в отъезде, тогда обязательно хотя бы при двух свидетелях он должен сказать, вот я обнаружил здесь такой недостаток, я принимаю такое решение, я возвращаю это, чтобы вы свидетельствовали мне. Или нужно поднять вопрос имаму мечети. Тогда можно. А иначе, когда продал свое, кто-то продал, другой купил, разошлись, все на это заканчивается. Обратной дороги для этого не бывает, если они за собой вот этот выбор не оставили. Если оставляет кто-то, максимум на 3 сутки можно оставить. Если кто-то из покупателя или продавец за собой, если оставляет выбор и говорит, я покупаю, купили они, совершили сделку, купли-продажи договор, и говорит, я подумаю завтра еще, вот, если что, я верну. Тогда вот за этот срок, пока он не решится, пока он не утверждает вот этот договор, этот предмет висит ни его, ни того. Вот в это время, когда уже за этот срок покупатель, если возвращает, мы только узнаем, что с того момента, и да, вообще не переходила эта собственность в те руки, вообще не переходила. А если тот, через день, через два, если скажет, я утверждаю эту сделку, я принял решение, я купил у тебя это полностью. Вот в этом, если так, тогда мы узнаем только, что с того момента, как он ему купил, и они разошлись, с того момента тот хозяин этого предмета, этого товара. А если вот эти, человек мне долг должен деньги, а он приносит мне доллар? Ну,
Еще раз я повторю, вот этот, это масала мы говорили, должен кто-то кому-то рубли, приносит доллары. Даже можно на месте рубли доллары отдать, кто должен рубли, долларами вернуть долг можно, только с условиями, такими условиями. Тот день, в тот момент, когда он приносит, не раньше, а когда он приносит эти рубли на месте доллары, на этом месте, чтобы он полностью отдал в руки тому, и по этому курсу, по сегодняшнему курсу, чтобы было тоже. Можно. А заключая договор купли-продажи или договор кредита суда, там нельзя на рубли, заключая договор, договариваться потом, после отдельно договариваться. На рубли, если заключили договор, рублями пускай возвращает долг. А там записать не рублями, а то, что люди делают очень много, очень часто делают люди. Сегодня, например, машину продают за, скажем там, за 200 тысяч, потом на месте сразу думает, эти 200 тысяч через 3 месяца отдать, даже в долг продает. Через 3 месяца что угодно может произойти с этими рублями. Давай, отдавая, ты мне только отдавай доллары, вот сегодняшним курсом, чтобы я рубль не потерял с этого. Вот этого нельзя делать. Это категорически запрещает. А если я у него взял, сейчас мне что, должно сейчас ему вернуть эти доллары, да? Ну, я не знаю, взял. Договор заключился, уже договор совершился даже, купли-продажи. За рубли продал. Он свою машину забирает, ты ему должен рубли. Все. Ты в долгу для него рублями. А на месте рублей, чтобы дать доллары, для этого, когда подходит срок, вот в этот день ты должен идти к ним рублями того дня, курса того дня. Вот там должны договариваться. На месте те доллары я хочу тебе отдать вот эти рубли. Или на месте тех рублей я хочу тебе отдать вот эти доллары. Согласен? Он согласен. Но есть, можно это делать только если полностью, если расплатиться на этом же месте, не оставая между ними ничего. Он час дал, час, не полностью, а час. Часто тоже бывает такое. Если машину кто-то кому-то продал на год, да, в долг отдал, в каждый месяц по 20 тысяч, чтобы он занес, даже на год он продает в долг машину в каждый месяц, чтобы он по 20 тысяч, чтобы проносил. Вот каждый месяц, когда он приносит вот эти 20 тысяч, когда приходит уже в срок 20 тысяч даже, это по частям каждый месяц, чтобы расплатиться. Вот таким образом заключает, когда договор. В каждый месяц, когда он отдает, на месте этих 20 тысяч он договориться только может, на месте этих 20 тысяч долларов он может давать. И полностью на сумму 20 тысяч, конечно. А не на полную сумму. На только на 20 тысяч, когда подходит вот этот месяц, срок первой части, каждый месяц, вот когда он уже возвращает, он отдает эти части, он там, если они договорятся между ними, между собой, на месте рубли, доллары, он если принимает, он, это уже как бы называется, как рубли же ты ему был должен, а теперь отдаешь доллары, как будто за рубли доллары продаются здесь. Поэтому эта рыба может спокойно здесь пройти. Поэтому обязательно нужно сегодняшним курсом и из руки в руки, чтобы было полностью. Полностью 20 тысяч, если час 20 тысяч. А если полностью сумма отдается, полностью сумма, без, чтобы там рубля не оставалось. Тогда делали во время пророка, алейхиссалям, сподвижники, у них тоже такое было. Бывало, они заключали договор на динаре, а возвращали дирхами. За дирхами продавали, отдавали динары. Вот потом, после подошли они пророку, алейхиссалату вассалам, и спросили, мы вот так вот делаем, заключаем договор на динаре, а возвращаем дирхами, за дирхами продаем, а динары возвращаем. Так делаем. Можно это делать так? То, что мы делаем, это дозволено по шариату? Спрашивает у пророка, алейхиссалату вассалам. Он сказал, ля баса, можно. «Иза тафаррактума валяйся байнакума шайон». Можно это только, если вы расходитесь, не оставаясь между вами ничего. То есть полностью, если в руки отдать, и
этим, этого дня курсом, чтобы, если будет, тогда можно. Время у нас подходит, подошло. Еще есть, да? Угу. Можно тогда? Долг пришел ко мне, он долг деньги просит. А у меня нет, он говорит, у Мухаммада возьми и мне дай. Ну, у Мухаммада возьми, мне дай, если, ну это-то можно так или нельзя, можно, то можно, так сказать, если ты согласишься, пойдешь, возьмешь, отдашь. Но здесь вопрос нужно задавать так, если вот приходит к тебе человек и просит занимать деньги, а у тебя их нету, потом он тебе говорит, у кого-то займи и отдай мне, тебе дадут, мне не дадут. Что у нас в жизни бывает? Ну, идешь, берешь у того, занимаешь и передаешь ему. Ты должен тому, у кого ты взял, а он будет должен тебе. Ты отвечаешь перед этим, а тебе отвечает тот. Вот так. А если будет по-другому, если будет вот так, он скажет, ну, если скажет, займи у другого и передай мне, ты соглашаешься, но это человек, ему отказать никак невозможно, поэтому соглашаешься, идешь, занимаешь и отдаешь. Бывают такие тоже случаи бывают. За то, что ты сам занял, у него, ему отвечаешь, а тот тебе возвращает. А по-другому, тоже может быть такое, немного другое. Он не говорит тебе, иди займи и передай мне, а говорит, пойдем вместе со мной, попроси у него, он мне не даст, а если ты пойдешь, вместе с тобой, если пойти, он может согласиться мне дать в долг деньги даже. Идешь ты вместе с ним, и ты ему говоришь, можно я этому человеку отдать? Ну, доверенный человек, с иманом человек. Но только не говоришь, я беру на себя, если что, я отвечу за него, не скажешь, например. Но в таком случае ты не поручитель, а тот поверил тебя и отдал ему. Они между собой будут разбираться, если что. А если вдруг скажешь, этот человек можно ему доверить, можно ему отдать, он вовремя возвращает. Ну, если что, я за него вручаю. За него полностью я ручаю. Если что, если он не верит, я верну тебе. Ну, тогда, когда ему уже деньги нужны будут, он может потребовать. И у тебя, и у того, у любого. Если тот не возвращает, скрывается или что-то, ты ему отдаешь, потом у него себе забираешь. Вот так вот расходится. Раньше рынки были, торговые базары, даже там можно было торговаться. Сейчас вот уже магазины, там заранее были выставлены цены. Как вы говорили, что когда договор между продавцом и покупателем, они должны выразить свое, я купил, я продал. Да. Не получится ли в наше время такое, что вот выставленная цена вот этого, той или иной фирмы, да, угу. Это как бы их, вот, я продаю, ну, как бы их слово я продаю, а ты уже когда берешь, я купил, вот, там не будет такого? Без выражения, без этого, без выражения. Молча, да? Но это уже разногласия между алимами, как что называется муадад. В мелких вещах проходит, это действительно будет купля-продажа. А в более крупных сделках, в технике, если более стоящий какая-то, какой-то товар, если будет, там уже купля-продажа недействительная. Но может такое случиться там. Один другой себе что-то с такими задними мыслями, а вдруг мне не понравится, через, скажем, там, через неделю, более трех суток же нету, невозможно там выбор за собой оставить. А этот хочет пока понравится, поездит, и машину когда покупает, он скрывает вот эти требования, а тот же не знает, а скрывает себе, делает так, чтобы купля-продажа была недействительная. И когда нужно будет прийти к имаму, поднять вопрос в шариате и доказать, что между ними это договор купли-продажи была недействительная. Поэтому я же могу ему свободно вернуть. Вот здесь уже подозрение, попадаешь под подозрение. Здесь уже могут рассматривать те разногласия, которые в других мазхабах все-таки как-то
вот когда попадает под подозрение, здесь могут, может этот имам считать вот эта сделка, дать этой сделке силу. Потому что этот человек хотел второго обмануть. И в этом в никахах тоже очень часто бывает, когда кто-то три талака, три развода дает жене, и потом ищет какие-то недостатки, какие-то отсутствия каких-то требований, когда заключался вот этот никах у них. Когда мы арестовали, там же этого не было, того не было. Ищет там какие-то недостатки и этим самым доказывает, что у нас же никаха-то вовсе не было. Но сейчас, чтобы обратно ее забрать, обратно ему же возможность нету жениться на ней, пока она не видит за другого, и пока он не разводится с ним. Но чтобы себе найти дорогу после третьего развода, он ищет там недостатки. Вот здесь тоже человек попадает под подозрение, хотя бы в каком-то мазхабе, как-то, если это проходит, здесь уже однозначно не решают, что действительно у них этот никах был недействительный, вовсе какой может быть там талак, и можно их свести. Такое решение не принимает имам. В магазинах они это выбор же не оставляют вообще. Куплен товар, возврат не подвешен. Ну, то, что есть, есть у нас по шариату, да, а что принято у нас, что мы делаем, это что у нас проходит, что не проходит в магазинах. Ну, после того, как узнает, например, это невыгодно, например, заведующему магазина, даже невыгодно. Он может не согласиться. Не может, может не согласиться с тем, чтобы оставить за ним выбор. Просто не заключает договор купли-продажи. И все. Это свободно. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقنا